And he's, yeah, yeah. Okay, so he's going to do his 1TC fast castle, and I'm going to do my 1TC mass units. How do you get that overlay, Dune Tiger? This overlay? I think if you go exclamation mark overlay, it'll give you the link. Oh my god, these are too far away. Not good. Not great. The heck is his... Oh, it's his TC. Haven't found a single hunt yet. This is really bad. Idling my TC. What a disaster. No worries, Dune Target. Grab that wheelbarrow. I've only gotten one deer pack. This is really bad. Not sure if I'm going to have enough bounty to age. Doesn't look like it, eh? Where's my... So confused. Okay. Yeah, and we're just gonna go nights. I have got the... Pretty sure that'll be with him. I'm up, he's not. Готов есть.
Люди готовы. Люди. Всадник готов. Царевник готова есть. Каковин оказисать. Двигаемся. Я. Готовы идти. А? Все ворон! Какови наказ! Возродай, готов я! Повинуюся! Накази будут! Творевник, направляюсь! А? Приуготовлять надо мне есть! Сама что есть! Люди здесь суть! Я построю сие! Делай! Люди, служите готовы! Возродай, готов я! Повинуюся! Возродай, скачу! Возродай, готова есть! Ворон, близ стоит! Готовы трудитесь и есть. Работа ждет. Построено будет. Yeah, let's go heavy nights as we can. Готов трудитесь и есть. Нач... Чего делать и надобно? Каковы наказы суть? А? Сделаю. He's just gonna do his fast castle. Делай. Наказы будут. Я здесь. Да чего делать и надо? Творевник готов есть. Творевник готов есть. Now he's gonna scout. That I have gone knights. Now I should build an outpost. Слушайте. Чего делать и надо? А? Here comes that outpost. Творевник, поскору. Беда есть. Ворон. Лихо есть. Каковы наказы суть? Велич, что ты... А? Готовы есть мы! Наказы будут. Работа. Да буду мясо. Радуйся. Возврата, иду! Слушайте, как угодно есть. Слушай, наказом следую. Беда есть! Люди, служите, готовы! Начну трудиться. Готовы идти. Слушайте! Добро есть! Возвратай, готов! Готов, если. Беда есть! Наказе казиновие суть! Стреляют в меня! А? Возврат... Готов! Следуй наказу! Делить, что делаете? Чего делаете? Слушайте! Люди, служите, готовы. Наказы будут идти надо мной. Дело есть. Слушай, на уразуме. Готов, если платницы выступать. Слушайте, войны. Брань, следуй на клуш, слушаюся. Ворог, блин, поскору. Наказы новые суть. Уразуме. Слушай, наказ, но. Нападаю. Готовы, как угодно есть. Слушай, жаловать и сеть нельзя! Напрежь войне! Готовы трудиться и есть? Чего делать на... Ладницы готовы суд! Напрежь поскору! That was not worth it. Приготовляй... Слушаюся! Готов, если... Готовь, ладницы напрежь! That was not worth it. Работа ждет. Велич, что делать? Дело есть куда! Готов, если наказы исполняйте. Наказывай. Готовить. Вот латниц. Готовы будете, латниц. Латницы, наступайте. Поскору, латницы. Приготовляйтесь, латницы. Выступать не надо на латницы. И патрицы готовы! Следую наказу! Now he's gonna go knights. Готов, сделано будет. Приготовить латницы напряжь! Огонь напряжение! Приготовьте! Отступайте! Люди здесь! Приуготовлены! Добывайте, добро есть! Готовитесь! Брань будет! Будем сражаться! Позоротай, готовый! Слушайте, напряжь войне! Where's he getting food? There he's getting food. Готовы будете, латницы? Разумею. Готов, напряжь войне! Как угодно есть! Огонь, братья! Латницы готовы!
Приготовляйтесь! Идти надо на помалу! Что здесь трудно? Чего делать? На каде будут надо на есть. Готовы идти. Готовы будете? На казе нови и суть. Слушаюсь. Беда есть! Порох приедет! Так, слушай, идти надо на помалу! Что есть трудного? Слушайте все! И брать будь! Жаловайтесь нельзя! Слушай, брать завет! Брань, обрежь поскору. Дело есть. Слушай наказ, но идти надо на... Готов, если наказ... Got a bunch of villages. Наказе новиз. Жаловайтесь нельзя. Готов, обрежь поскору. Славя, пролию кровь. Наказ, слушаюсь. Готов, следую наказам. Вели, иду уже. Готовы бухать, бойни, восстав! Приготовляйтесь, ватницы! Готовитесь, ватницы! Приготовляйтесь, ватницы! Ватницы, напряжь! Готов, ватницы, наступайте! Where is he on food? Ватницы, напряжь! Bet you he's on those backberries. Готов, если наказывай, наказывай! Let's defend with... Приуготовляйтесь все. Я построю все. Слушайте. Латницы готовит. Бой готов. Сделано будет. Слушайте все. Чего делать надо? Радуйся. Рады. Брать будет. Уразумех. Готово. Иду куда велено есть. Готов, есть. Приуготовляйтесь, овси! На казе нови и суть! Жаловайтесь, они готов, я иду на... Thanks for the follow, Blaze McKay, appreciate that. Слушайте, овси! Напряжь, воине! Слушайте! Слушай, на казе! Сделано будет на казе! Приготовьте! Ватницы, наступайте! Уразумя! Наказывай! Ватницы готовы! Идти надо на помалу! Что есть трудного? Готовы! Жаловайтесь нельзя! Готовы! Сделано будет! Готовы будете! Ватницы готовы, суд! Приготовляй! Выступать не надо на ватнице! Наказывай! Напряжь по скору к славе! Готов, если... Стреляют в меня! Работа ждет! Приуготовляйтесь! Латниц, готовитесь! Выступать не надо на латнице! Делай! Приготовляйтесь, латницы! Я к угодно есть! Показываю! Готов! Иду на пресс! Понял! Уразумев! Азы! Приготовляйтесь, латницы! Готов есть! Готов, если! Следую наказам! Готовы будете, латницы! Делай! На казе будут. Люди здесь, суть. Чего делать надо, то? Велить что? Иду уже. Готовитесь, лацлу. Готов, есть. Иду уже. Стреляют! Копейщицы, идите! Приуготовляйтесь, копейщицы! Лать, выступайте. Готов, есть. Наказы исполняйте. Работа. Слушай. На казе будут. Надо... Наказывай! Приуготовляйте копии! Напряжьте! Готовь! Слушаюсь! Приуготовляйте! 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 Ищу противника! Приготовляйтесь! Выступать! Готов! Люди здесь! Приуготовляйтесь! Копейщицы в ряде стоят! Готовы! Уразумей! Латницы! Наступайте! Готов, не двигаюсь. Слушайте. Построено будет. Готовитесь. Ватницы, наступайте. Приготовляйтесь, ватницы. Готовитесь, ватницы. Люди, уразумели. Ватницы готовят. Каковина, без сомнения. Копия на брань. Слушайте все. Приближайтесь. Копейщицы. Брань будет. Брань завет. Беда есть. Да, сделаю. Наказы будут. Слушай наказ, но брать будет.
Готовит, яко угодно есть. Яко угодно есть. Ты готов? Слушайте. Слушай, на казино висуть. Да. Приуготовляйтесь, окопись. Радуй. Слушайте. Лол. Приуготовляйтесь. На казе будут. Бандитцы готовят. Напряг по сторону. He doesn't have many villages left. Do I attack the gold? Where's he gonna go? Surely not here. He doesn't have any villages left, right? Love to grab that boar. That would be funny. Готови будет, приготовляйтесь, сделано. Готови будете, готов. Следую наказам. Приуготовляйте копия. На приезд копей. Готов. Приготовляйтесь, сделано будет. Готов, если наказы исправ. Слушайте все, на приезд бойни. Приуготовляйтесь все. Слушай, наказ. Будем сражаться. Приук, готов. Копейщик есть. Кто есть куда? Напряж по скору. Следуй наказам. Наказе нови и суч. GG. You don't think that was a mining camp? Yeah, it wasn't. Yeah, nice. Nice to counter this strategy. Nice. Thanks, guys. And we had this matchup earlier today. Wow, he has his six stables. Six stables. Looks like he got one relic, and there's probably a second one is on the way. Oh, he's getting this now. This guy patrolling here is not close enough, I assume, once he builds the house and the mill. But the villager count is what won me that game. Pop, 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 pop. Where was this? This was in my base. Yeah, no villages and food, that's the issue. And even this, right, this is such a big investment, double outpost. It's not even worth diving this anymore because it's going to run out in 300, 400, 500 food. And then he has to come over here and then he dies. Nice. Meanwhile, I've got the map. I got my deer here. I got the boar here. Didn't even need a wooden fortress because I knew he was fast castling. Yeah, so I've got more rares because I have more villagers. The military count, it gets a little bit scary once he has these knights, right? Here he had, I think, 4 or 5 knights, and I had 10. But those Japanese knights are scary with their, what's it called? Their, I forgot what it's called. Their glitch armor. What's it called? Deflective armor. Okay. Deflective armor, that's the one. Exactly. So what was that? Russ versus... Thanks, M. Jerry. Chat always knows. Japanese.
15 minutes. Win. So what was good? 1TC Mass Knights versus Fast Castle Knights. I think I could have added the spears earlier. Wrestling is food. As soon as Scout's stable, I mean, he's gonna go stable, right? Can add spears, even preemptively. I first dove when he was aging up to castle age. Not sure if that was worth it. I lost my starting few knights. I killed a couple of villagers, delayed his uptime a little bit. Don't dive too deep with first few knights. Especially if don't have pierce armor tech yet. Yeah. Yeah. So then if I can deny his berries, then he just has the sheep around his town center and the Kura storehouse farms. And then after that, he has to move out. So as long as I have enough knights to prevent his knights from beating me, then I'm okay. If he manages to get critical mass, then he can move out onto the map and then I'm in trouble.